В мытищах после взрыва в гаражах под завалами оказались люди. По предварительным данным, в результате взрыва газа были разрушены два гаража и повреждены еще три. В МЧС сообщили, что под завалами оказались люди. В прокуратуре заявили об одном погибшем. В подмосковных Мытищах в гаражном комплексе произошел взрыв, в результате чего под завалами оказались люди. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. В 11 часов 50 минут поступило сообщение об обрушении нескольких гаражных боксов на улице Попова, дом 3. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что разрушены 5 гаражей. У 3 обрушились кровельные перекрытия, у 2 частично повреждены стены, заявили в МЧС, причиной взрыва могла стать утечка газа. Площадь обрушения составила 50 кв.м. Возгорание после взрыва не последовало. По предварительным данным, пострадали 2 человека. Один из них в настоящий момент извлечен и передан медикам. Причины произошедшего устанавливаются, добавили в МЧС. На месте обрушения работают 37 человек и 15 единиц техники. Как пишет ТАСС, под завалами оказались 3 человека. Одного из них достали, 2 сейчас ищут. Причиной обрушения строений, по данным агентства, мог стать хлопок газовоздушной смеси. Позже агентство со ссылкой на подмосковную прокуратуру сообщило о гибели одного из пострадавших. РЕН-ТВ публикует кадры с места происшествия, на которых видны масштабы разрушения. Как минимум 2 гаража были полностью разрушены, у них отсутствуют стены и перекрытия.